Ну что ж, время интерактива. Поиграем в старую добрую игру «Съедобное, несъедобное». Давай. Я говорю, ну что-то предмет кидаю, если съедобное, ты ловишь. Понял? Ну да, мне 37. Да. Ну да. Думаю, играл. Начнем. Морковь. С говном, я не договорил. Нормально. Нормально. Нормально, я так с дочкой делаю. Норм. Она тебя так и не ела. Ну, после интерактива сложно, надо как-то. Все и вообще, много негатива. Давайте как-то позитивно. Просто поприветствуем у нас в гостях. Поаплодируем прям. Давайте. Это же, кто к нам пришел? Это же Дмитрий. Похуй на него всем, если он без шастуна. Норм.